Друзья, привет вам из гнезда Аистов Онлайн, который сейчас тут реально у меня прямо рядом. Это гнездо, можно сказать, прямо в доме. В общем, пятачок спал нормально. Ночью чуть-чуть там он попискивал, похрюкивал. Я пытался покормить часа в два, но что-то он не стал есть. Утром я пошел в огород, накопал ему червей. Достаточно легко большую такую порцию. Но что меня вот смущает, что он их сам не клюет. Он пытается клевать там в эту вот в кучу червей, но не получается у него их взять. Он тыр-пыр туда-сюда. И пришлось мне кормить его насильно, потому что почитал, что если птенец ослаб, то надо кормить насильно. Иначе очень быстро у них силы угасают. Поэтому сейчас покормил насильно, вроде как он заснул, периодически просыпается, подает голос, проявляет активность. Сейчас пойду копать вторую порцию червей, ну и вообще, так сказать, посмотрю, где у меня тут черви получше, пожирнее. Думаю, на червяках первое время будем держаться, потому что курица это явно не самый лучший продукт в таком возрасте. Ну вот, такие у нас новости.